самого создания мира, армии небес и ада вели нескончаемую войну. В их противостоянии оказался втянут и обугленный совет, призванный поддерживать равновесие между сторонами. Его забота, чтобы ни одна из великих сил, оставшись без надзора, не повредила тонкую ткань мироздания. Со временем и небеса, и ад научились уважать совет и его законы, ибо никто не мог уйти от скорой и жестокой кары посланников совета, братства четырех всадников апокалипсиса. Среди хаоса появились и люди. Совет предрек, что эти слабые, но хитрые существа когда-нибудь тоже станут влиять на равновесие. Так родилось третье царство — мир людей. Властью совета небеса и ад заключили перемирие. Великий договор был скреплен семью печатями, которые должны быть сломаны в назначенный день, когда мир людей будет готов к последней битве, что выправит равновесие и определит дальнейшую судьбу трех царств. Что происходит? Где мои братья? Может быть,
последняя печать! Господин! Как же это возможно? Седьмая печать не была сломана! Абадон! Во имя небес, что же ты натворил? Я откликнулся на зов. Закон растоптан. Ты всадник. Закон ясен. Когда будет сломана седьмая печать, четыре всадника должны выступить и покарать заблудших. Будьте сынами человеческими, посланцами небес, либо исчадьями ада. Все на земле подвергнется их суду, и вновь воцарится мир. Ты забыл свое место, всадник! Ты забыл закон! Зов еще не прозвучал, и все же Разрушитель вывел свои войска, и ты был под его черным знаменем, если верить словам. К черту лживые слова. Печати были сломаны, я явился на зов. Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира, вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами, даже лишенный сил, и все же вы вините меня! Твое поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад. Я покараю тех, кто виновен. Что? И как же ты надеешься одолеть армию Разрушителя? Ты же бессилен! Когда я погибну, и руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернешься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди. Ты не предашь, иначе я сниму с тебя кожу. Довольно. Восстань, война, и возьми оружие.
Совет нынче договаривается и с демонами? С начала войны некоторые из демонов попали в Дух Слушателя. В Ульгре водились таких изгоев. И он давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник! Я разъясню тебе основные правила. Пока все не закончится, ты пес на поводке. Я говорю лаять, ты лаешь. И если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы. Это ясно? Или мне разучить с тобой команду «Умри»? Хороший мальчик! Отсутствовал. По земным меркам? Что-то около столетия. Достаточно долго, чтобы все людишки вымерли. Значит, Третье Царство погибло. Пришел не с пустыми руками, иначе наш разговор будет короток. Несколько еще совсем юных. Восхитительно. Ты хочешь узнать, что за сила стоит за тем, кто зовется разрушителем? Ты найдешь ответы, как и источник его силы, там. О, зачем так спешить умереть? Переждей себя прежнего, ты не продержишься и мгновенья. Более того, путь к башне надежно укрыт демонической магией. Даже я его не вижу. А кто видит? Утоли мой голод, и я утолю твое любопытство. Древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти к взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самоэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно.
Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Говорит на языке предков, пробуждает меня от сна без сновидений. Значит, мы свободны. Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Разрушитель? Да, мы скованы его властью, хотя и остаемся его врагами. Врагов зовем друзьями. Проходи. Победу должен принести. Свободу должен добыть. Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. Знаешь ли ты, кто заточен здесь? Есть те, кого стоит бояться даже тебе, всадник. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб. А еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Решил стать моим палачом? Тогда тебе нужно было прийти с братьями. Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебя он не по зубам. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса. Может, способ и есть. Но тебе придется попасть внутрь цитадели Разрушителя. Башню стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца. И не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Где же найти этих сторожей? Начнем с Сумрачного Собора, где свило себе гнездо Тиамат, королева всех летучих мышей. Все ее владения — исканное бегло. Пешком ты туда не доберешься. Найди возвышенность и используй это. Принеси мне еще бьющееся сердце. Я пришел за разрушителем. Братья говорили, что ты принял, но меня удерживает сильное проклятие. Я не смогу тебе помочь. Любое проклятие можно снять. Да, наверное. Вокруг нас в мире теней скрываются слуги разрушителя, невидимые другим. Это их кровь ему связан. Их кровь освободит нас. Я более не могу ходить по миру теней. Я лишён большей части своей силы. Тебе не надо вступать в него. Я дам тебе власть видеть тот проклятый мир на время. Но ради чего все это? Осталась ли у нас хоть малая надежда одолеть разрушителя? Надежда не принесет тебе свободу. Редкий благодарный тебе.
отсюда! Никого нет! Уловки демонов! Я знаю, что видел! Он прав! Уриил! Что-то есть под завесой скверны этого места. Вы чувствуете? Нечто другое. Не из города света, но и не из темных глубин. Нечто отрывшее обе стороны. Войны небес! К оружию! Услышать, как она вопит! Я одна из приближенных. Я могу выполнить любое желание. Можешь ли ты восстановить равновесие? Неудивительно, что Самаэль хочет заполучить ее сердце. Оно же переполнено силой. Неужели ты поверишь, что он выполнит свою часть сделки? Прискорбно. Как же ты выберешься из этой темницы без помощи своего пернатого друга? Я найду способ. Ты уже доказал, что весьма обеспечен. Может, я укажу тебе короткий путь? Говори прямо, демон. Змеиные норы, забытые тропы, лежащие под кожей этого мертвого мира и уходящие далеко за его пределы. Я сам пользуюсь ими, а за определенную плату сможешь и ты. Что ты хочешь, Вульгрим? Право, ответ предсказуем. Сердце приближенного. Я учуял его, как только ты вышел из башни. Ты обижаешь меня, всадник. Я никогда бы не встал между тобою и Самаэлем. Нет, я хочу лишь взглянуть
на сердце. Один взгляд, и мы ударим по рукам. Самаэль будет доволен. Звиные норы к твоим услугам, всадник. Когда решишь их использовать, найди меня. Надеюсь, она мучилась. Боюсь, недостаточно. Прекрасно. Второй сторож — плакальщица. Она обитает в норах глубоко под землей. Но сначала нужно убрать одну помеху на пути к ней. Одного из древних — Ультейна. Об этом ты не предупреждал. Меняешь уговор, Самаэль, так скоро? Молчи, тварь! У меня дело только к всаднику. Ультейн не из числа союзников разрушителя. Но нельзя добраться до плакальщицы, не сразившись с черным молотом. А для этого потребуется сила, которой у тебя нет. Пока нет. Ты вообще понимаешь, что творишь, Самаэль? Скажи ему, наблюдатель, скажи, как ты душишь силу всадника, чтобы удержать его на поводке совета. Война! Убей этого паразита! Только шагни в мою сторону, и совет покончит с тобой! С вами обоими! Я под защитой! Только не здесь! Ты война! Всадник на огненном коне! А не марионетка для этого жалкого создания. Война! Я заставлю тебя страдать! Почувствуй свой гнев! Ярость бушует внутри тебя, рвется наружу! Ты должен высвободить ее, иначе останешься марионеткой! Рожден заново! Что это было? Всадник сломлен, но у него еще достаточно сил. На мгновение я видел того, кто в одиночку сможет выйти против всей армии разрушителя. Прости меня, друг. Я бы пропустил тебя, будь это в моей власти. Сделай для меня то, что сделал для моих братьев, и я не встану у тебя на пути. Должен быть другой путь. Заклятие надо снять. Тогда ты сможешь пройти. Чего ты дожидаешься? Если твои руки тебе вообще дороги, лучше не лапать ничего, что тебе не принадлежит. Ультейн. Ты меня знаешь, а вот я тебя почему-то нет. Не люблю незнакомцев. Особенно незваных. Возможно, не так важно, кто ты, важно, чего ты хочешь. Я пришел за черным молотом. Да ну, правда? Ладно, можешь попробовать еще раз. Но потом тебе лучше не попадаться мне на глаза. Это ты. Что еще? Черный молот.
Это ты. Тебе же хуже. Позволь открою тебе секрет, мальчишка. Тот молот, что лежит на земле, намного полегче будет. Тысячи лет меня никто не мог ранить. Ровно 100 лет. С того дня, как мы лишились Абадона, я ждала этого мгновения. За твои грехи тебя надо бы судить в Граде Света. Увы, пока этот мир отягощен разрушителем, врата небес для нас закрыты. Но правосудие не может ждать. Я покараю тебя здесь и сейчас! Твое правосудие подождет, пока мы тут не закончим, девонька. Вообще не стоит кидаться в заварушку, до которой вам нет дела. А ну, идите прочь, голубки, пока я вас не ощипал. Богокульник, это ты избрал себе союзников в войне, до которой тебе нет дела. Ха-ха-ха, позволь, я попробую. Лапает чужое. На твоем месте я бы двинулся. Никуда не уйдешь, Саня. Тебе не скрыться от судьбы. Я отомщу за Абадона. Может, ты на самом деле тот, кем назвался? Пернатые выглядели уверенно. А я все равно не верю. Давай опять, с чего начинали? Ты меня знаешь, я тебя. Логово плакальщицы. Плакальщица там, далеко. Пришлось запечатать все входы и выходы, чтобы не дать ее деткам выбраться наружу. Мелкие твари все время лезли без спроса, лапали чужие вещи. Я тот, кем называюсь. Давай, убей плакальщицу. Если выберешься целым обратно из ее норы, то я тебе поверю. Тогда обещаю, мы поговорим. Но теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. В твоем духе. Зачем ты здесь?
Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просил о помощи, я помог. Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться. Как, ты доволен собой? Война и черный молот ощипывают голубей. Из тюрьмы ты умудряешься многое видеть, Самаэль. Ты немногое сможешь укрыть от меня, всадник, потому видит ум, а не глаза. Что тебе известно про ангела Уриима? О, а я-то думал, что всадники выше таких земных страстей. Она думает, будто я убил Авадона. Воины небес боготворили своего предводителя. Уриил же. Я бы сказал, что ее восхищение носило менее профессиональный характер. Она готова на все, чтобы покарать виновного в его смерти. Я сражался с демоном, убившим Авадона. И он обретет свою кару. Страга, сильнейший из приближенных. Конечно, ты еще столкнешься с ним. Он получает силу от цитадели и не станет отходить от нее надолго. Зная то, чему я научил тебя, ты можешь даже пережить вашу встречу. Чье сердце теперь тебе нужно, демон? Сердце стигийца, короля древних червей, заполонивших пепельные земли. Черви очень быстро плодятся в столь плодородной почве. Плодородный? Плодородный от мертвечины. Все вокруг покрыто прахом погибших на войне. Может, тебе повезет. Безмозглые демоны ловят червей ради забавы, но порой охотятся и на других созданий. Сильнейших из них потом заставляют сражаться друг с другом на арене. Демоны пытаются обуздать стигийца. Они не знают, что в огромном теле чудовища бьется черное сердце приближенного. Как же демоны избегают пепельных червей? Тебе известно про хроносферы? Один из даров древних. Говорят, что владеющий хроносферой может управлять временем. Он может остановить его, ускорить или даже обратить вспять. Верно. Старых мастеров уже нет, но демоны могут использовать хроносферы, пускай и не столь искусно. Я передам тебе знания о хроносферах. Не все, но его, возможно, хватит, чтобы справиться с пепельными червями. Возможно? Возможно, нет. Разве можно быть в чем-то уверенным, всадник? Ну, кроме как в нашем уговоре. Опасен!
ты выглядишь совсем маленьким. Сменишь точку зрения, когда я тебя убью. Посмотрим, насколько ты быстр, всадник, когда тебя несут лишь две ноги. Жеребец обезумел! Убей его! Хватит, говорю! Прикончи его! Руин, я не ударю тебя. Я приказываю, убей эту клячу! А если я откажусь, ты убьешь меня? Я сам приму решение. Последнее сердце. И тогда война. Ты отправишься к башне. Селитас пила свою паутину по ту сторону огромного ущелья в пепельных землях. Руине еще долго придется восстанавливать силы, но расстояние она покроет. Сама Селита. Доберись до логова, и она сама найдет тебя. Королева-выводка тяготеет к коллекционированию. Большинство ее гостей идут на корм молодняку. Те же, кто заинтересует хозяйку.
Ну, им не повезло. Их она оставляет живых. И так они живут долго. Достаточно, чтобы поведать ей многое. Скажем, она коллекционирует истории, информацию. Какую историю она расскажет про тебя, Самаэль? Осторожнее, иначе концовка твоей истории будет печальной. Иногда герой умирает. Но мне нравятся истории со счастливым концом. Принеси мне последнее сердце, всадник. Визит — честь для меня. О тебе ходит столько историй. Ты убил троих приближенных, собрал их сердца. Это пугает. Ты за этим здесь, чтобы убить последнего из стражей башни, чтобы забрать мое сердце? А Самаэль рассказал тебе, откуда в наших венах его черная кровь? Почему его проклятая сила разбирает наши сердца? Приближенные не защищают башню, всадник. Наша задача — помешать возвращению Самаэля. Помешать любой ценой. Можешь убить меня и вернуться к Самаэлю с моим сердцем. Но в его лице ты обретешь худшего врага, чем все приближенные вместе. Я пришел сюда не за советом, паучиха, и не за историями. Мои дети будут танцевать под музыку твоей агонии. Что ты не выполнишь свою часть сделки. Отдай сердце мне. Ты солгал мне про приближенных. Они не думали охранять башню. И что с того? Моя древняя история к нашей сделке отношения не имеет. Я обещал тебе башню. Ты ее получишь. Нравилось не давать мне то, что мое по праву. Вернув свою силу, я подобен самому Богу. Я мог бы выпить мозг из твоих костей быстрее, чем ты сделал бы один вдох.
Я мог бы! Но у меня есть деловые принципы, которым я следую. Кстати, можешь не рассказывать мне о равновесии и законе. Желание отомстить я ни с чем не спутаю. Нельзя не уважать его. Что до обстоятельств моей отставки. Скажем так, мне не нравится свита, которой окружил себя мой господин. Почему ты бросил вызов разрушителю, Самаэль? Пройди свой путь до конца, всадник, и ты обязательно это поймешь. Ты доверяешь ему? Самаэлю? Кто знает, в какой круг ада ведет этот портал? Мы еще встретимся. Азраил. О, небеса. Седьмая печать не была сломана. Есть ли у тебя причина бояться меня, ангел смерти? Если не собираешься убивать меня, может, ты поможешь мне? Скажи, зачем мне делать то либо другое? Послушай меня. Необходимо закрыть врата. Необходимо отрезать башню от Источника. И именно из Источника душ Разрушитель черпает свою силу. Источника душ? Да, миллионы душ, провощенные, истерзанные. Они и та сила, что питает войска Разрушителя. Ты страж загробного мира, смотритель Источника душ. Ни одна душа не сможет вернуться в наш мир без твоего ведома. Если только ты сам не откроешь ей путь. Разрушитель выставил против меня сильнейшего из приближенных. Я преуспел не более, чем ты, всадник, сражаясь со Страгой. Страга, ты отведешь меня к нему? Да, обещаю. Говори, что я должен сделать для Ангела Смерти. Разве мог я представить, что ты станешь моим спасителем? Поторопись, пока Страга не узнал о твоем приходе. Когда я нашел тебя, ты сказал, седьмая печать не была сломана. Эти слова я уже слышал. Авадон сказал то же самое перед своей смертью. Мироздание болеет, всадник. Обугленный совет не хочет признать это, но дерзнувшие взглянуть видят. Мы должны были сделать что-то. Открытое нападение на королевство тьмы — это нарушение договора. То, что ты предлагаешь, безумие! Азраил, зло множится в мире, и все быстрее. А небеса бездействуют. Совет связал нам руки. Сомневаться в Совете значит сомневаться в Создателе. Ты думаешь, что тебе виднее? Да, старый друг. Да. Когда печати будут сломаны, Ад пришлет приближенных своего владыки, чтобы определить условия войны. Все вожаки соберутся в одном месте. Ударив, мы отсечем голову зверя. Воины небес уже готовы. Но если сломать печати, начнется последняя битва. Мир людей еще недостаточно силен для нее. Земля будет уничтожена. Последней битвы не будет, Азраил. Мы сокрушим тьму еще до того, как битва начнется. Договор о мире с священем. Даже победив, мы навлечем на себя гнев Совета. Его посланники найдут печати нетронутыми. Чьему слову они поверят? Слову небес или слову отца лжи? Ну, теперь ты понимаешь мой замысел. Печати будут изготовлены заново. Все подумают, что легионы ада перешли в наступление и были остановлены нами. Ты сделаешь это ради торжества света? О, Азраил, старый ты дурень.
Мы сломали все печати, кроме последней. Амадон приказал не трогать ее. Он сам ее охранял. Ты уверен? Да, полностью. Мы боялись вовлекать в это всадников. И не думали, что нам придется, пока не стало слишком поздно. И за вашу измену должен расплачиваться я. Предательство! Война! Ты должен уничтожить всех, кто в этом замешан, и начнешь с него! Нет. Глупец! Ты противишься воле Совета? Ты тоже слышал признание Ангела. Моя служба Совету закончена. Мы сотворили тебя! Ты наш! Ты еще должен найти Разрушителя и прикончить его! Напомнить тебе про равновесие! Вставай! Азраил будет жить, пока будет полезным! Потом ты исполнишь свой долг! Больше ты нам не можешь быть полезен, Азраил! Как ты собираешься выбраться из башни, когда покончишь со Страгой? Страга и башни едины. Даже если ты сумеешь одолеть его, то без меня окажешься в ловушке. Он нужен нам. Молись, чтобы всадник не вернулся живым. Хозяин неразборчив. Страга с радостью убьет тебя снова. Страга с башней единой. Посмотрим, насколько полезен я могу быть. Мне после своей смерти. Авадон живой. Я так хотел верить. Я поступил так глупо. Азраил, ты видел Авадона после его смерти? Видел. Я привел его сюда, в Эдем. Ради чего ты лжешь, Азраил? Эдем не существует! Уже не существует! Невежда! Я сам видел, как первых людей изгнали и как опустел Эдемский сад. Я не мог допустить, чтобы первый дар небес, величайшее оружие, увяло бы, или что еще хуже, досталось тьме. Я спрятал его.
древо познания добра и зла, значит, Авадон был древо? Тебе стоит вкусить его плодов. Если есть способ остановить разрушителя, то древо укажет его тебе. Сам я не дерзну. Быть может, если бы я соблазнился, все сложилось иначе. А Авадон? Что древо дало ему? Этого я знать не могу. Каждый из приходящих к древу получает свое. Некоторые уходят ни с чем, другие теряют разум от видений, иные же просто погибают. Нет, я не знаю, что он получил. Идем. Туда нет пути. Есть. Только для тех, кто достоин. Для тех, кто может летать. Всадник, ты так долго сражался со тьмой, что она успела запятнать тебя. Создание света почувствует это так же, как чувствую я. Здесь ты хуже любого из демонов. Покори свою тень, и тогда сможешь пройти. Готов ли ты сойтись с самим собой при свете солнца? Не все способны на такое. Моя маска теней. Да, это она. Ты снова будешь видеть мир теней, пока не снимешь маску. Удачи в бою. Первый дар небес ждет тебя. Я буду ждать здесь, вместе с наблюдателем. Я не отпущу всадника без присмотра никогда! Куда он, туда и я! Да? Тогда ступай к древу, черная тварь. Тебе ни за что не добраться до той стороны. Поторопись! И помни, кто держит твой поводок. Будешь ты служить в раю или править адом? Надвигается буря, Урил. Скоро. Мне понадобится твоя помощь. За тобой я последую даже в ад, господин. Они знали. Но откуда? Благими намерениями. Кажется, так говорили люди. Ты... Ты это сделала? Нет, это ты решил призвать нас в этот мир. Я всего лишь использовала твою идею по-своему. Нет. Я буду считать это предложением, Авадон. А тебя... своим верным слугой. Иди со мной и прими мантию разрушителя. Нет. Когда владыки света узнают, что ты сделал, тебя низвергнут. Да тебя в цепях поставят перед советом. Ты уже проклят. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Теперь тебе надо вернуться к Розалину. Убеди его помочь нам, тогда вместе мы переменим лицо мироздания. Авадон должен быть наказан. Он играет с законом, как ему вздумается, смеется в лицо совету. Есть ли у нас доказательства? Печати не тронуты. Очевидно, что ангелу помогли. Но кто? Пока не узнаем, придется ждать.
Его деяния родят неповиновение. Совет ослабнет. Сколько мы сможем удержаться у власти? Мы не можем остановить Эвадона, но есть и те, кто сможет. Им лишь нужна причина. Нет, нельзя посылать четырех всадников. Для них суд без доказательств – убийство. Всадники не станут действовать без причин. Мы пошлем лишь одного, для которого месть – достаточная причина. Того, кто приступит закон, лишь бы отомстить. Клинок уничтожен. Я охраняю седьмую печать. Этот мир наш. Небеса принадлежат нам. Ты знал, что это билет в один конец? Архангел! Его предали. Он был всего лишь пешкой в большой игре. Ты должен принести ему мир. Мир? Авадон — это разрушитель! Уверен, о мире теперь нельзя и мечтать! Была ли подсказка среди видений? Способ, как остановить его? Я видел меч. Тот, которым сломали печати. Клинок Армагеддона. Но когда были сломаны печати, Авадон приказал уничтожить его на той же наковальне, на которой он был создан. Всадник, боюсь, клинок утрачен навсегда. Мы создадим его заново. Что еще ты видел? Авадон хранит седьмую печать. Со своей армией он собирается штурмовать Белые Врата. Уриил поведет против него воинов небес и падет. Что еще ты видел? Больше я ничего не видел. Я открою врата, чтобы мы вернулись. Закрывшись, они закроются навсегда. Сад и его тайны будут утрачены. Скажи, когда будешь готов. Найди Ульдейна. Он поможет тебе. Он должен помочь. Авадон спрятал осколки клинка. Бросил там, где их не сможет найти никто, ходящий по стороне света. Мир теней. Да. Используй маску теней. Собери осколки и отдай их черному молоту, чтобы он выковал клинок заново. Когда все будет готово, вернись ко мне. Может, я сумею помочь тебе еще раз перед смертью. Азраил, не раз ты мог предоставить меня моей судьбе. Я мог умереть в башне, остаться среди пепла и дыма. Значит, ты помогаешь мне? Когда все закончится, совет проследит за исполнением правосудия. Я убью Авадона. И всех, кто был с ним в сговоре. Мы все должны ответить за свои грехи, всадник. Когда придет час суда, я приму его решение. Каким бы оно ни было. Иди, не трать на меня время. Скажи Ультейну, что он последняя надежда старого дурня. Я знаю правду. Ангелы с большими амбициями вечно портят жизнь всем остальным. Авадон — это разрушитель. Не может быть. Азраил отвел меня в Эдем к древу. Оно показало мне оружие, которое остановит разрушителя. Моя кузня к твоим услугам. Ты уже выковал его. Это клинок Армагеддона. Его больше нет. Ты можешь восстановить его, если я найду обломки.
Но они потеряны, спрятаны. Приготовься, пока я буду их искать. Это не ловушка, всадник. Я пришла одна. Я Уриил из воинов небес, защитница Града Света, вызываю тебя, всадника, на Некс Сакраментум. Глупо. Перед лицом Создателя я вызываю тебя на бой. Неужели ты и сейчас обесчестишь себя? Зачем? Затем, что Авадон был лучшим из нас. Он говорил, что у тебя есть честь. Эта клятва обяжет нас сражаться, пока один из бойцов не падет мертвым. Я согласен. Да! Да! Чего ты ждешь? Покончи с надоедливой девкой! Война! Не вздумай идти без меня! На Некс Сакраментум сражался я. Я решаю, умрет ли ангел, а не ты. Ты поклялся вместе со мной. Авадон — это разрушитель. Лжец! Он не сказал тебе правды, чтобы защитить тебя. Ты поклялась последовать за ним даже в ад, не зная, что тебя ждет, не зная, кем он может стать. Авадон. Его предали, и он стал врагом всего живого. Я был у древа познания. Его даром стала правда, и ей я поделился с тобой сейчас. Помни о нашей клятве. Скоро ее нужно будет исполнить. Мое величайшее творение. Величайшее впереди. Небес. Все, как ты и предсказал. Войны небес падут. Ангел смерти, послужи мне еще раз. Всего этого. Глупый
отец. Выше всего он поставил долг и ради него погиб. Ты поступишь так же. Небеса охотятся за тобой. Ад ненавидит. Никому нет дела, будешь ты жить или умрешь. Присоединяйся ко мне. Война, я подниму тебя подобно смертоносному мечу, и враги падут перед нами. Твоими будут трофеи многих тысяч побед. Либо служи воле лживого совета и Создателя, который отворачивается от наиболее верных ему. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Я уже сделал выбор, которого трус избежал. Забыть о долге, чтобы сделать, что должно. Не ради своего долга я убью тебя. Уриил. Уриил. Пожинай то, что посеял предатель. Что это билет в один конец. Это совет. Они знали, что ты никогда не выступишь в роли палача из-за своей драгоценной чести. Поэтому они низвергли тебя, зная, что ты убьешь всех виновных, лишь бы очистить свое имя. Нет! Подожди, девка! Я кое-что припасы для тебя. Это я заберу. Совету бы не понравилось, если бы ты с этим стал играть. Вдруг, сломав печать, ты не захотел бы возвращаться в свою маленькую конуру. Право, какое несчастье. Свобода уже была у тебя в руке, и ты упустил ее. Чего тут смешного? Даже ты не стал бы смеяться на своих похоронах. Я смеюсь на твоих. Next Sacramentum. Моя клятва исполнена. Небесная шлюха! Что ты натворила? Нет, нет, нет! Я вырву тебе кишки и протащу через твой нимб. Вставай! И я буду убивать тебя снова и снова. Я только выполнял приказ, как и ты. Что ты собираешься делать? Воевать с советом? Воевать со всеми? Тебе не уйти! Слышишь? Никогда! Помни, кто
держит поводок. Я и не забывал. Ты знал! Ты знал, что здесь произойдет! Знал, что сделаю я! Поэтому ты пощадил меня! Нет. Тогда почему? Я не мог допустить, чтобы остаток чести небес умер вместе с его защитницей. Тогда мы в расчете. Долг может заставить меня обратить меч против тебя. Если этот день придет, я так и поступлю. На тебя будут охотиться. Град Света, наверняка еще совет. И будут другие. Неужели ты будешь вести эту войну один? Нет. Не один.